Всем привет, уважаемые телезрители! Перед началом видео подпишитесь на этот канал и после просмотра, если вам видео понравилось, поставьте лайк, либо дизлайк, если не понравилось, ну и поделитесь своим мнением в комментариях. Я их все читаю, мне всегда интересно. Когда едешь на рыбалку, ты находишься в предвкушении будущей добычи, но иногда судьба нам подставляет более интересные случаи или сюрпризы. И сегодня я расскажу вам об одном из них. Наш герой, как всегда, собрался на рыбалку, бросил удочки и снасти в новенький автомобиль и поехал по намеченной дороге, которая пролегала через старую советскую военную базу. Но на этот раз он решил немного срезать и свернул через проселок, который тоже проходил через военную базу. И буквально проехав пару сотен метров в кустах, он заметил что-то необычное. Как оказалось позже, это был старый советский электрогенератор ESD-50, который использовался для выработки электроэнергии в полевых условиях. Удивительно, осмотрев данный прибор, наш герой ахнул. Все платы, провода, схемы, все было целое. На этом сказывалась, скорее всего, удаленность этой военной базы от населенного пункта. К счастью, вандалы еще сюда не добрались. Давайте же ближе рассмотрим находку нашего героя.